Здравствуйте, это Виктор Халимон, студия Лимон. И сейчас мы приехали на, пожалуй, самое наше любимое pole dance мероприятие Exotic and Pole Dance Show, которое в этот раз приурочено к крупнейшей автовыставке Royal Auto Show. Красивые девушки и красивые тачки. Пожалуй, что может быть лучше? Итак, нам попался Андрей Кудрявцев, организатор данного мероприятия. Зададим ему пару вопросов. Как вам вообще новая площадка? И были ли какие-то трудности вот с организацией мероприятия здесь? Ну, формат новый. Мы дали возможность студиям всем показать себя, показать людям, что такое pole dance, его настоящую сторону. В этом году у нас сделали упор не только на экзотик, но и на арт, также по желанию организаторов и, в принципе, в связи со сменением формата. Это интересно, это позволит девчонкам раскрыться со всех сторон. Ну и точно так же очень приятно, что был большой интерес к проекту. Все с удовольствием согласились, даже для некоторых не хватило места. Не очень, наверное, первый раз не очень интересный формат сцены. Будем, наверное, если все понравится, будем дорабатывать его, менять свет, звук. Установка была очень непростой. Трассы, которые уходят в зал, они там по 25 метров. Сцена ставилась позавчера вечером, а утром в субботу ребята там за несколько часов все сделали. То есть были какие-то все-таки местные, да, технические особенности, но я думаю, что ваш богатый опыт, как бы, и уровень ваших специалистов позволяет решать эти вопросы. Однозначно. Нет, ребята там постарались. Огромное им спасибо, потому что я больше издалека все время наблюдаю, как они творят чудеса. И девчонкам спасибо. Хочу сказать Лиде Сорокиной, которая помогала организовывать большую часть вообще всей программы, то есть все на ее плечах лежала вся координация проекта. Ну и, конечно, студиям. В этот раз, к сожалению, у нас организаторы просто дали нам место, нету большого призового фонда, мы постараемся по итогам каким-то образом сделать какие-то небольшие подарки приятные, ну и, конечно, популяризировать. В первую очередь это нужно для того, чтобы большая аудитория, в принципе, состоятельных людей увидела этот проект, увидела, что такое pole dance, что это интересно, красиво. Для того, чтобы появилось желание заниматься, да, отправлять своих жен, девушек. Да, это очень важно. Сюда приходят мужчины, они приходят посмотреть на машины. Возможно, ну, это состоятельные люди с красивыми девушками. Пускай они тоже узнают, что это такое. Вот, новые ученики студии, новые клиенты нам. Огромное спасибо за такой подробный ответ. Мы увидим действительно, что очень много зрителей сегодня здесь. Очень классно. И надеемся, что действительно в следующем году будет что-то новое, что-то еще более интересное. А мы всегда готовы это осветить и рассказать зрителям. Спасибо вам, ребята. Делаете очень классную работу. Спасибо. Чудесно. Мероприятие просто супер. Это Александра Кирова. Я хочу пригласить вас в новую студию танца на пилоне «Калибри», которая находится рядом с метро Петроградская. Приходите к нам. Расскажи про драйв, который ты... Мне было очень здорово выступать на новой площадке, рядом с машинами. Все такая атмосфера очень крутая. И просто, ну, действительно, я очень не пожалела о том, что я сюда пришла, и что я участвовала, что я зарядилась с этими эмоциями. Это Яна Каторша. Конечно, я ее знаю, мы давно знакомы. Расскажи нам, пожалуйста, что сегодня будет? Мы будем
кругом с девчонками. Веселимся и хотим уехать на вертолете, улететь сегодня. Это прекрасно. Мы видели, там много желающих на нем улететь, так что. Но я думаю, что есть все шансы отвоевать вертолет. Хотите полностью, у нас очень круто. Привет, это Анна. Вообще куча эмоций. Сегодня помогаю студии «Сова». Поздравляю Совушку со вчерашней победой в чемпионате No Gravity. Хотите побед в своей жизни? Приходите в студию «Сова». Это коллектив студии «Сова». Вот такие красотки были нами только что выловлены. Давайте спросим о их впечатлениях и о том, что они сегодня здесь показывали публике. Сегодня мы выступали на этой потрясающей автовыставке. Наше выступление было в восточном стиле. Смотрите на наши костюмы, и вы увидите в этом сами. Мы надеемся, что мы принесли массу хороших впечатлений всем-всем зрителям. И, конечно же, мы будем продолжать выступать и радовать вас. Дарья Дроздецкая. Ксюша Дежурова. Лиза Бормотова. Виолетта. Я всего лишь скромный визажист. Я девочкам помогаю с их образом и периодически. Еще один участник — Марина Нахалка. Все было классно. Спасибо большое Pol for You за это классное, супер офигенное шоу. Площадка нам очень понравилась. Зрителей много, красивые машины, красивые девушки. Всем спасибо. Здравствуйте, меня зовут Вера. Я хореограф. Пришла поддержать сегодня своих подруг, Маринку Нахалку, Терезу и Наташу дуэт. И сегодня желаю девчонкам хорошего настроения, чтобы они выступили лучше всех, как обычно. Чтобы были самыми сексуальными, зажигательными. И я за них очень болею. Ну и у нас есть еще небольшая команда, которая будет болеть за девчонок. Так что мы желаем им удачи. Нам несказанно повезло, мы встретили саму Ольгу Коду. Можете пару слов нам сказать о сегодняшнем своем выступлении и, может быть, о своей школе, ну, которая очень известная, все ее знают, но чем она принципиально отличается от других? Наша школа, наверное, отличается тем, что мы танцуем. Сегодня у нас будет 3 номера, они абсолютно будут связаны с танцами, с сексуальными танцами и с сильными танцами. Вот. Ну, у меня, наверное, будет импровизация, как обычно. Я что-нибудь забуду. Как тебе вообще новый формат выставки? Очень много крутых машин. Мы первый раз выступаем на таком мероприятии. Подошло к концу замечательное шоу от компании Pol for You. А я нашел себе замечательный транспорт, на котором я, походу, поеду домой. Спасибо всем школам, спасибо компании Pol for You. До встречи в следующем выпуске. Пока-пока. And the cracks began to show.